Упражнение для выравнивания сутулости, которое я тебе сейчас передам, очень простое. Выполнить его можно, не отходя от дивана. Именно поэтому я решил снять этот ролик в условиях, максимально приближенных к диванным. Досмотри этот ролик до конца, сразу же сделай то, что я тебе покажу, и ты увидишь, как выровнялась твоя осанка. Ты поймаешь то состояние, в котором тебе не хочется сутулиться, тебе хочется ходить ровным. Также дополнительно ты получишь более бодрое и заряженное состояние. Я специально дождался, пока у меня будет такое разваленное, уставшее состояние, в котором мне не хочется ходить ровно. Вот мне сейчас хочется быть сутулым. Как видите, у меня плечи выданы вперед, живот выпущен вперед, и в грудном отделе позвоночника наблюдается такая легкая сутулость. Что нам нужно сделать? Ставим наши ноги немного уже плеч, поднимаемся на носки и бросаем все тело на пятки, при этом все тело расслабленное. Делаем серию таких подъемов и бросков без обуви на жестком полу. Можно также выполнять в обуви, но только в жесткой. Очень важно получить именно вот эти удары в пятку. Показываю. Выполнять это нужно 2 минуты, желательно без остановки. В первые разы вашим икроножным мышцам будет наверняка нелегко, они будут уставать, но постарайтесь потерпеть. Если уж ваши икроножные мышцы очень сильно устали, то сделайте коротенький перерыв и продолжите таким образом, чтобы совокупное время выполнения упражнения составило не менее 2 минут. С каждым ударом ваше тело выравнивается, ваши плечи уходят назад, живот втягивается, грудь получается таким колесом, вы приобретаете гордую осанку, и в конце, на 2-ю минуту, вы будете прямо вот в таком вот состоянии. Дополнительно вы получите какую-то непонятно откуда появившуюся бодрость и такое ощущение, как будто энергия у вас льется из ушей. Дальше вы немножко расслабляетесь, и вот такое состояние для вас будет уже комфортным и привычным. Это упражнение поможет вам быстро исправить незначительную сутулость. Конечно же, если у вас кифоз 2-3 степени, это упражнение вас не спасет. Для выравнивания позвоночника нужно делать более сильные упражнения, но в любом случае при всех видах искривления будет полезным дополнение к тому комплексу, который вы выполняете. Это можно делать мужчинам, это можно делать женщинам, детям и даже пенсионерам, нежелательно к выполнению беременным. Помогает вам бороться со стрессом. Выполнять это упражнение можно сколько угодно раз в день. Избыток этого упражнения вам не навредит, но вряд ли вам понадобится более чем 2-3 сеанса в сутки. Также его можно выполнять, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. И оно будет крайне полезным для того, чтобы включиться с утра. Поэтому вы можете начинать его делать, как только встали с дивана. А для тех, кто имеет более серьезное искривление позвоночника, чем какая-то легкая сутулость, в конце видеоролика я прикрепляю ссылки на другие мои видеоролики с упражнениями для выравнивания позвоночника. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Я желаю вам ровной осанки, стабильно прекрасного настроения. Спасибо за внимание и до новых встреч.